Так, я приготовила лимону игрушечку. Мы уже доехали домой, слава богу. Нормально, без приключений. Катя держит Луну, да? Да. Костя Умку привязывает, а Луну держит Катя, когда мы заезжаем. Умка, а ты что? Это не Умка, мама гавкает. Да не, он прыгнул на меня. Да, ты свою Мурочку, наверное, забыла в машине. Ой. Пошли лимону игрушку дадим. Да. А потом, когда уже нагуляемся, пойдем домой и дадим покушать котятам и спокойно поставим. Не, котятам рано еще кушать. Лимош, привет. Я тебе игрушку принесла. Смотри. Лимончик. На. Видишь лимона, да? Он сердится, я сказала, Алиса, не заходи пока. Короче, только вышла, взял мячик, обсматривает его. Понравился. Он играет. Я говорю, ты там обе двери закрыла? Чтоб Мирочка не вышла, Алис. Закрыл папа? Да. Смотри, он его в зубы вижу. Даже берет. Да, вижу. Грызет. Вижу. Язык. Зачем показывать? Батошенька гуляет, лежит себе. Да. Так, бабушка уже сразу моет клубничку. О, бабушка уже тарелку и намыла. Иди мой ручки. Так, Мируся все мечтает пойти погулять. Мира, смотри, что тебе Алиса принесла. Такой шарик с мышкой. Видишь? Будешь играть? Можно еще вот так сделать. Скажи, я гулять хочу. На уличку я хочу, скажи. А не игрушку. Так, ну что, малыши? Будете играться? Перышками. Маня играется. Ой, прикол. Давай, учи котят, как надо играться, учи. Я прочитала, что котята у мамы учатся, социализируются. Учатся, как что делать. С 4 до 8 недель. Маня. Маня. По полу им на пол положи и вот так вот перышки, чтоб туда-сюда. Да не надо еще бояться, что-то незнакомо. Сейчас посмотрим. Он сейчас. Мируся, ты хочешь поиграться? Смотри, мама, я щекочу его. Да они что-то не реагируют на него, ну Мире покажи. Они еще маленькие. Поводи по полу. И Маня хочет играться. Играет. Через решеточку. Это не твоя Мурочка? По-моему, это твоя Мурочка. Сейчас потрогаю. Ты ее на ощупь узнаешь? Да, это и правда моя Мурочка. Эй, Мурочка. Хочешь? О, чихнула. Да. Чихнула, малыш. Ой, Чебузи. Куда? Ну, твоя Мурочка, правда, милая. Меня Маня забрала, папа. Забирай. Я сказала, куда? Так, кто-то решил вылезти, посылку со мной распаковать, да? Кто? Сейчас буду открывать. Кукусики, мальчики. Я не могу найти ножницы. Сейчас точно выйдет наружу. Мурка играет с хвостом второго котенка. Лошатики. Растут с каждым днем. Боже.
Я думала, что тут баночки для котяток, потому что она очень тяжелая. Да, тут баночки. Да, откроем. Так, сразу срок годности проверяем. Все нормально до 24 года. Вот такие вот от 1 до 4 месяцев дается. Нашим котятам еще месяца нету. Скоро будет, поэтому корм они подождут. Миры дам. Нет, это не для Миры, это вот для кормящей кошки можно. Мане можно дать одну баночку. Маня очень любит, давай сейчас ее откроем. Да, Мане или котятам? Дадим Мане, котятам еще рано, котятам попозже. Хорошо. Маня так давно этого ждала. Просто очень давно. Даже не дала ей переложить, схватилась. Подбежала. Да. Мы некоторое время и не покупали этих баночек, но очень дорого было. Баночка стоит около 80 гривен одна. И мы посчитали, что котята у нее уже подросли, что она может кушать тот корм, который все кошки кушают. Вот. И некоторое время мы ей не покупали. Мы решили, что уже скоро самих котят будем подкармливать. Вот, надо сэкономить, чтобы им было за что потом купить эти баночки. И я вот нашла в интернете, где они продаются на несколько гривен дешевле, и сразу 10 баночек заказала, чтобы котят кормить. Вот так вот. Мам, смотри. Что? Кололаска. Она смотрит за моей рукой, как я шкрябу, видишь? Да. Она пристально следит. Интересная мальчика, конечно, интересная. Я хочу, чтобы Майка увидела, как кушает его мамочка. Да не надо, зачем? Видишь, как твоя мамочка кушает, да? Видишь, Мурка, да, как твоя мамка кушает. Мурке, думаешь, интересно? Да. Мурка, интересно, да? Интересная, любопытная Китя, хорошая. Да, она любопытная. Похлеще Миры будет. Маня поела консерву и тут же пошла кормить котят. Видите? Так что им через молоко передается. Так, ну что, мы поели клубничку. Алиса сходила умылась. Так, посмотрим, что там за игра. Какие-то трубки. Какие-то букашки. А ну, вспоминай. Помнишь такой челлендж ты видела? Да, вот так искать. Да, языком их сбивать как-то нужно. Короче, они что-то стоят 200 с чем-то гривен. Так, Лисюшка протирает столик, чтобы попробовать игру. Помощница моя наводит порядки. На столе. Да, я тут уже карточки начала расставлять. Это лак я выспалась. Да, здесь фломастер, он не отмоется. Да, его надо будет ацетоном оттирать. Ну ничего, что отмывается, то отмывай. Ты превратилась в ящерицу. О, прилипла, съела мой фотоаппарат. Ну давай попробуй карточки сбить. Сейчас, подожди. Получается, ты лягушка, которая ест мух, правильно? Да. Прикольно. Вот такой челлендж Алиса смотрела сразу на двух разных каналах. И я когда увидела, что такое продается, еще и так дешево, я подумала, почему бы ей не купить. Вот это насекомых. Может, я не знаю, как правильно играть. Правил игры не было. В коробке были две маски, вот такие с языками. А видео Алиса говорит, настолько давно смотрела, что правила и забыла уже, как там играли. Можно попробовать пересмотреть еще раз, конечно. Ну, факт, задание в том, чтобы языком попасть и сбить, да. Но это ж как-то вдвоем играется, типа кто первый или как. Либо я тебе говорю, их всех от 1 до 10 нужно расставить и в каждого подряд попасть. Давай. В 10 раз. Либо нужно, кто первый, вот тут две стороны есть, зеленая и красная, либо кто первый на чью сторону упадет. Например, я за красного играю, ты за зеленого. Тебе надо, чтобы упало вот так, а мне надо, чтобы упало вот так. По-моему, так было. И тогда тот забирает, чей цвет упадет. По-моему, да, по-моему, так было. Не, давай сюда, кружок.
Я жую вот так. Ай, немножко языка, вот так. Песни. Дай тебе в нос. Это не щек. Дай целоваться. Это не щек. Давай целоваться. Давай. Так целуются лягушки. Ну что, офигел, Катя? Один из котят наблюдает за Алисой, и он просто в шоке. Алиса показывает трюки и шатается на лестнице. Офигел, котенок. Не говори офигел, это плохое слово. Хорошо. Удивился, говори. Что, удивился, котенок? Уи. Удивился. А котенок все время за ней наблюдает. А двое других друг с другом тут играются. Болтают. Не, они не болтают, они отношения выясняют. Смотри, что? Удивился? Упал в обморок котенок. В обморок упал. Интересно, что он за ней уже очень долго наблюдает, реально. Видишь, мам, он уже в обморок упал, дерется. Подрался. Он не в обморок упал, это на него другой напал. Да. Что? Да. В общем, котята уже играют, знаете как, они уже лазят по вот этой сетке и пытаются вылезти наверх по ней. И так делают очень часто. Такое у них развлечение. Так, у нас вечер, и потихоньку начинает подниматься ветер. Я только что видела сюжет про Киев, где ветер вырывает с корнями деревья. Я в шоке, там прям буря. А у нас обещают завтра похолодание и дожди. То есть сегодня у нас жарко. Весь день 33 было вообще. Оля, он вышел. Эй, Моша, ты гуляешь? Да? Привет, зайка. Ну, я не знала, что ты гуляешь. Я бы тебе что-то захватила. Смотрите, что у нас тут планируется. Купание уток. Мы достали ванночку старую Алисину. Нашли в гараже. Да, я думаю, хватит. Так, Надя сказала, что реактивный Петя точно парень. Да. Говорит, да, Алиса угадала. И по хвосту видно. Мы тут им баньку готовим, видите? Закрыли собак сейчас, чтобы утки спокойно покупались. Луна так к ним лезла. Ну, купайтесь, залезайте. Вам уже на троих вон приготовлено. Знаешь, как в сказке, помнишь, Надя ныряет, там молоко парное, в другой тазик ныряет потом. Так у них три тазика. Да, они рады. Ага, кто пришел на уток посмотреть. Эти пошли опять камни подбирать. Так, вы будете купаться, вам аж три ванны набрали, они там камушки ищут. Давайте мыться, грязнульки. Петя, ныряй. Ну куда вы опять идете? Мыться. Давайте мыться, пока вода теплая. Давайте. Петя. Так, Лисюшка уже уселась в песочницу. Вышла Даша, говорит, соскучилась по сестричке. Алиса расцвела, цветет и пахнет. Все, Даша показывает, что она там делает. Лайфхаком. Смотри, каким лайфхаком. Лайфхак, так лайфхак. Мыться, мыться, давайте. Не просто попить, а помыться. Мыться, Петя, давай, прыгай в ванночку. Купаться. О, Петя уже начал мыть ее. Да, но он пока не запрыгнул еще. Он просто начал перья уже чистить и голову окунать. Он вообще самый большой любитель нырять из всех троих.
Ну куда вы опять? Петя купается. Боже, он на всю ванночку. Я его, короче, поймала, туда сунула. Он мне так расцарапал палец. У них такие царапучие лапы. Да, что вот вы говорите, купите им бассейн надувной, они вам проткнут моментально. Петя, мойся, мойся. А он же за своими, поняла? Ну да, да, он их видит. И... Тихо. Повыпрыгивали, не успеваю вам заснять. Ну, блин, мы уже все мокрые. Утки. Вода теплая, класс. Идите мойтесь. Так, сверху в ванночку легче залезть, между прочим, чем с другой стороны. Они типа на возвышении, да. Вот, каждому по тазику сообразили. Ну да, ванночка, видишь, что-то новенькое. В тазике они уже были. Сейчас залезут. Там сверху легче залезть. Очень хочется, чтобы они воспользовались и залезли, пока буря у нас не началась. Завтра обещают похолодание резкое, аж на 10 градусов, представьте. Сегодня дождь, вам еще. Да, и завтра ж. Тю, теперь все три в один тазик пошли. В это время Лимон, которому тоже вымыли ванну, но еще не налили воды. Залез, короче, и смотрит такое, а когда же мне воду принесете? Это прикол, мы вообще этого не видели реально. Лимош, забыли тебе воды налить, да? Ох, ишь, нехорошие. Уткам налили, а Лимону не налили. На, держат с него. Кота распознают. Да, смотри. Как кота? Да. Лимошка. Ну, смешной, конечно. Я свой телефон тоже... И прыгнул. О, лезет, лезет. Не получилось. С другой стороны надо залезать, потому что... Я жду, когда же они залезут сами. Мы их сажали, они выпрыгивают. Даш, можно я твой весь огород закопаю? Выкопай, как будто выросло все. Давай, Даша. Да. Давай, закопай. Давай. Ира. Вот так. Куда? Идите мойтесь. Вам вон три жбана с теплой водой организовали. Послушались. Петя один молодец. Макает и макает голову. Но они так держатся вместе, да, вообще, постоянно. Петя моется так увлеченно. Он все время голову макает и макает. Зашла домой за батарейкой, села у меня. Любуюсь на котяток. Такие милаши. Да? Лимоша себе туда игрушку затащил в ванночку. Полоскает без воды. Порвал ее. Где ты взял эту гусеницу, а? Скажи мне. Тебе такое не давали. Это вообще собачья игрушка. Вот где он ее взял реально? Затащил как-то через клетку. Надя, посмотри на него. Он занял всю ванну. Подойди сюда ко мне, отсюда прикольно. Барон в ванночке. Смотри, всю ванну занял. Ты представляешь, какой он? С Надей смеемся. Опять развалился. Слушай, тебе, может, вода и не нужна? Тебе это так удобно, может, как кровать. Ветер задувать не будет, когда появится. Смотри. Капец. Медвежонок. Надо ему, короче, ванночку. Сейчас утки покупаются. Вторую ванночку с водой. Лопы, как... Да. Не поняла, там бицепс. Да, так он как лазит, ты видела? Короче, ему надо вторую ванночку с водой, а в эту подушечку еще. И одеяло. С надписью «Енот». Капец, как ребенок лежит.
Вот это я не видела, что он еще так лежал. Так так и не было. Ванночка же наполненная была, это мы опустошили, помыли. На Мирочку похоже. Вылитая. Боже, Надя, как мы ее искали тогда, вечером, утром. Да, господи, ты... Ты в группе читала тогда? Я уже вознаграждение, уже все. Я уже вознаграждение объявила, да. Кошка вечером просто не пришла. Ну, она выскочила 5 часов вечера. И вечером мы ее не нашли нигде. И я говорю, Костя, все, давай ходить искать. Он говорит, нет, ждем утра, типа. Я говорю, ты что, какой ждем утра? И, в общем, я утром в 6 утра подрываюсь, понимаешь? И иду искать Мирочку. Капец. Кошка молодая, мало ли. Да, Алиса сказала, если моя любимая кошечка пропадет, я буду очень сильно ныть и орать. Ой. Это я помыла ракушки. Помыла ракушки? Смотри, твою Мирусю нарисовали. Да. А ты на нее наступила. Ух ты. Нет. Почему холодная была? Это клад из нашего который мы сам выкопали. Вот как нам пригодились ракушечки из Испании. Алиса с ними теперь играет. Да. А утки уже явно сушатся. Вы считаете, что вы уже вымылись? Народ. Это мой опыт. Твои опыты? Да. Я буду делать эликсир силы. Тут даже земля вам будет, поняла? Да. Короче, домашним вещам хана. Сразу пойдут в стирку после этой прогулки. Вообще, Лиска, кстати, в домашнем ни разу не выходила гулять, но вот сегодня я ей сказала, хочешь, иди. Земля, поняла? Да, потому что она хотела очень посмотреть, как утки будут купаться. И торопилась. Я говорю, ладно, иди. Я все равно хотела постирать уже. Халатик хотела постирать. Сонечку, не становись, пожалуйста, на коленки. Да. Хочешь, возьми дома маленький стульчик. Алис, ты не хочешь Дашей порисовать? Каждый занят своим. Да, каждый занят своим. Хочешь, Надя, зелье сил? Такое зелье силы выпить, блин. И все. Конечно. Ага. Сушат перья. Сушатся. Я уже знаю, что утки вот так вот сушатся. Когда я их в ванне купала дома раньше, то они вот так сушились. Значит, они уже накупались. А еще говорят примета, когда утки на дождь, ну типа вот это вычесывается, то это на ага. дождь. Не, ну они ж после воды, ну, да, явно сушатся, видишь, воды, да. Сейчас высохнут. Пока жарко, знаете, сегодня почти плюс 30. Оно хоть и вечер, а все равно тепло. Тепло, классно. Да. Даша вон в футболке гуляет. Алисёна что-то стала мерзлячкой последние 3 дня. Вечно кутается во что-то. Постоянно этот, когда там походили, что-то заведение, я постоянно мерзну. Мне в это время... Понятно. Я смотрю на Надины ногти, и я, честно, в шоке. Как ты с такими ногтями что-то делаешь? В село езжу, все делаю. Я вообще 300 лет уже, видишь? Сравни. 300 лет я не делала маникюр, ну там ничего не наращивала, не отращивала, и мне уже так это дико. У меня что-то с длинными так привыкла. Блин, я вообще у тебя... Блин, это ж капец какая длина. Да. Боже, что это дитё готовит? Эликсир силы. Что, мама, да. Сейчас будешь пробовать, где усатор? Не, пусть утки пробуют. Будут сильными утки. Да они и так сильные, ты видела какие? Да. Уже... Надя, он удивляется, говорит, вот это ты вырастила. Так да. Огромных. Ой, чудик со своим эликсиром. Песочницу не выливай. Хорошо. На весь мир много таких приготовить. На весь мир много приготовить. Сейчас все сбегутся к нам во двор пить. Да, знаешь. Боже, и лопатой мешает. Глянь, Надя. Ну, чудик. Правильно. Даша уже утеплилась. Паутина с сердцем. Это паук поймал сердце? Да. Ужас, печально. Опа. Тогда еще нужно ракушки в эликсир. Еще ингредиенты? Да, это очень долго готовить. Думаю, надо еще сварить. Ох, кто-то будет мыться потом, как лимон с утками. Это надо забрать. Прекрасно, Алиса говорит, у Даши получается прекрасно рисовать. Даша, у тебя прекрасные рисунки. Ты прекрасно рисуешь. Ох, как ты хорошо рыкаешь, да. И ты тоже прекрасно рисуешь, доченька. Да, спасибо. Просто тебе же всего 5 лет? Да.
Ты еще научишься еще лучше рисовать, если будешь тренироваться. И каждый день рисовать. Это, от художника можно типа что-то там выучить или что-то крутить. Мама! Костя ответил. Дальше типа пускай дальше спит. Ну да. Так я тоже говорю, это будет ему кровать, а вторая ванночка будет купаться. Кровать. Мы Косте лимона послали. Надя сфоткала. Пока, покажи фотку. Костя посмеялся. Ух тышка. Спасибо большое. Впервые мне подарок сделан не на бумаге, а на асфальте. Хочешь еще один сделать? Конечно, хочу. Жалко, что дождик смоет. Может, папе сделай, ему тоже будет приятно. А это твоей маме подарок? Я сейчас нарисую маме. Сердечко, цветок. Надя, тебе тут тоже подарок. Да. Что, выиграла? Да, вот. Если хорошо подумаешь, 100% выиграешь. Да. Тут есть ход на 100% на выигрыш. Я подумала, да. Не, это Даша сейчас, если правильно походит, то 100% выиграет. Хорошо, давай, Даш. Даш, ты можешь сюда. Не, погодите, что-то мне не... Вот это. Сюда, что ли? Эх, потеряла свой 100% ход. Даша? Туда надо было, правильно Алиса говорила. Это была бы вилочка, смотри. У тебя было бы тут 2 нолика, и сюда можно было 3 поставить. И тут 2 нолика, сюда можно 3 было. Видишь, была бы вилочка. Ты бы либо там бы выиграла. А-а-а. Поняла? Так часто вот, ну, нужно так стараться играть, чтобы вилочку поставить. Ну, тут уже ничья. Ну, да. Не, будет чья. Давай дальше. А как будет чья? Все, ничья. Ой. Давай еще раз. Да. Вот тут можно. На столе. Я первая хожу. В центре правильно сначала. Так. Сейчас посмотрим. Битва века. Алиса тоже потеряла ход выигрышный на 100%. Вот так торопиться. Дашка, ты шо? Ты видишь 3? А, да. Что крестик по видео это означает. По центру ставить. Не обязательно по центру. Я вот так вот сбоку ставлю, как Даша сейчас сначала. И выигрываю. Тут я уж не дам победить. А тут я, да, не дам тоже. Ой. Ладно, пусть будет. Да, уже хуже. Эй, ступи. Давай, да? Ну, по-моему, тут ничего не должно выйти. Если я не ошибаюсь. Да. Мой победил. А как я прозевал? Я не знаю. Мистика. Так, девчонки, так скрипит балка. Саша, подними хвост. Я так боюсь, что она рухнет, эта балка. Довольны. Закрутить вас? Только я не буду поднимать ног больше, потому что мне сейчас песок посыпался. Кать и крутить. Хватит, хорошо, Надя? Еще, конечно. Серьезно? То я сейчас их закручу. Да закручивай, ничего. Вы в космонавты готовитесь? Да. Смотри, какие смены. А тут опять Ваня сидит. Крути. Что еще? Не, в другую сторону теперь крути. Давай, держитесь. Все, держитесь. Жесть. Это ужас. Крепко! Я уже. Класс. Заметала через волосами. Ага. Ты еще, мам, Дашина. Мам, Дашина. Крути. Так сейчас же. Оно сейчас вас и так закрутит. Крути, мам, Дашина. Не, нам мало. Так мало. Мало и мало. Звездочка. Уже звездочки перед глазами, да? Звездочки, это точно увидеть. Звездочка. Давай, давай. Крути, очень сильно крути. Давай, давай. Давай еще, мама моя. Ну, качелька классная на самом деле. Давай так, еще. Уже что-то я вас перекосила. А теперь... Уже кружится? Может, не надо? Нет, отдохнешь? Надо. Ну все, держитесь? Да. Все, вот я это держу. Еще раз и все.
Ты слышала, Даша, еще этот раз и сил. Мне, кстати, Алиса как-то вот так перекрутилась, я тебе скажу, долго кружилась. Пришла домой и заснула. Нет, просто заснула, да. А я такая, что случилось, не пойму. Среди бела дня, знаешь, пришел ребенок какой-то бледный. Говорю, нет. Значит, все круто. Спрашиваю, Костю, нигде не ударялась, ничего. Он говорит, нет, просто долго очень, говорит, крутилась на вот этом. Сейчас будет. Да. Раскрутка. Готовы? Да. Еще, походу, последний разок. Хорошо, Дашина. Ты нормально там? Дашина. Ты нормально, Алиска? Да, теперь я закручу тебя, Даш. Я лягу. Да, закручу, потом лягу. Алиса, ты потом спать сразу уйдешь, да? Нет. Сразу ляжешь, пойдешь. Видишь, они и без нас справляются. Да, я не знаю, что я вообще там стояла. Да, сейчас случайно тебя поцарапаю. Космос! Закрутила, лягла. Я могу ногой подкрутить. Да вы и лежа можете закручиваться. Капец накрутили, хорош. Все, готовься. Ну все, мать, можно в космос их запускать? Космонавты. Лимон так и лежит в сухой ванночке. Ого, капец. Почему дерево кружится? Почему? Угадай. Они кружатся. Но все кружится. Почему оно кружится? Ну, ща будет. Да, это. Небо уже шевелится. Боже, лимон с ванночки грохнулся. Вы крутитесь, он... Не-не, он вообще, он даже воду выливает из нее. Мы когда наливаем ему воду в ванночку, он ее переворачивает специально. Он специально переворачивает, понимаешь? Костя говорит, все, надо просверлить две дырки и ванночку к полу приделать, короче, ну, этими винтами. Отойду аж сюда. Хорошо, правильно. Смотрите, какой у нас боксер. Мы в шоке. Угу. Ты там мышцы на пилоне накачала такие, да? Да, да. Нормально. Но. Так такие. Без перчаток. Накачанные руки. Страшно. Да, согласна. Ноги? Даш, давай. А, давай. У меня тут шорты. Даш, давай сделаем канатовые. Человек. Давай, смотри, как это делается. Канатовый человек? Что случилось? Волосы застряли. Сейчас Даша посмотрит. Волосы застряли. Бывает. Зря не подстриглась у Вики. Зря не подстриглась у Вики. Точно, бабушка и говорила, подстригись, как я, будут коротенькие. Ой, нарочно не придумаешь, зря я не подстригла себе. Даша, как называется канатный человек? Хорошо, это закидываешь канат на гору. А у Вики она сказала, вернее, не у Вики, еще до Вики дома, сказала, что я не хочу терять волосы, я не буду стричься. Как-то так смешно сказать, терять волосы, знаешь? Как? Офигеть! Как? Лена. Там яма, да, вырыл кто-то. Что, такая яма по колено там? Да, серьезно? Лень. О-о-о. Фокус, Алиса, фокус. Видела такой фокус? О, смотри, Алиса, смотри, какая. Ты будешь выше Даши сейчас. О, собаки помогли тебе. Алиса, собаки помогли тебе перерасти Дашу. О, боже. Тебе нравится быть меньше, да, Алиска? Да, Даша. Присела. Давай будем учиться делать канатного человека. Смотри. Так, ну что, как делается канатный человек? Если на пилоне мы себя вытягивали весом. Так, понимаете, вытягиваемся весом. Я себя смогла с ямы полностью вытянуть. А, прикольно. И Алиса себя вытягивает на горку. Все. Даша. Да помоешься, пойдем. Да, но после гуляния все равно надо ванну принимать. Там Алиса вообще вместе с одеждой. Сразу. Даша! Ну, имею в виду, и одежда будет стираться, и Алиса купаться. Что? Так, один человек залезает, а ты за мной.
Ох, Рисюшка. Вот такой лопаткой. Ну да, вообще-то лучше закопать, наверное, чтобы не попадать. Это все один человек, вы вдвоем, да? Да. Понятно. Один человек наверху, так делается гранатный человек. Теперь слезаем. Слезаем, гранатный человек. Вот так. Комар уже укусил один. Вот так делается гранатный человек. Слушай, как темно, капец. А дальше... Даша с Алисой уже минут 10 зарывают яму за собаками. Они с одной стороны вырывают, а другой вырывают. Не, я думаю, они равняют. Там же есть где выше земля, есть где ниже. Что, прям болы? Теперь я могу узнать дальше. Луна сидит там, наблюдает за этим. Луна заснула, по-моему, а то бы она лаяла сейчас. Все, Луна, твою работу портят. Окопы копает собака, ну. Реально окоп целый выкопал. Да, вижу. Да, вы же там не сделаете новую яму, там, где берете землю, не? Сделаем обязательно. Уже как ям. Ну да, повторяет. Ну как можно быть таким милым, а? Ну как?